Всем привет, это квадроцикл Макса электробайка, задний привод, цепная передача, гидравлические тормоза на переднюю и заднюю ось, выведенные на одну ручку тормоза. Ну что, поехали, рама квадроцикла собрана из детского квадрика, а мотор поставлен электрический, не знаю какой мощности, но, кстати, у него есть ручка переключения передач. Ее можно переключать стоя на месте. Сейчас мы прохватим колесо на максимальной мощности. Опасный спуск. Мощности. Мы все-таки смогли завести подъем.